Такое даже в голове тяжело укладывается. Мать благодарит Пригожина за то, что сына ей вернули. Но, правда, есть один нюанс. Уважаемый Евгений Викторович, я мама Саши Березнева. Я очень вам благодарна только за то, что вы моего сына вытащили с поля боя и достойно я его похоронила. Дай Бог вам здоровья и желаю вам и вашим всем ребятам, военным, чтобы мамы вас дождались домой. Всего вам доброго. Я вам благодарна. Мать благодарит Пригожина, вы знаете, о ком идет речь, за то, что сына вернул, но правда сына больше нет. Спасибо вам, Евгений Викторович, не за то, что сына живым вернули, или не за то, что в принципе сын живой. Нет, спасибо, что вот привезли.